4 единицы тяжелой техники задействованы в демонтаже старого бордюрного камня. И сразу же устанавливаются новые бордюры. Всего на участке предстоит уложить их более 1,5 километров. Несмотря на неудобства, связанные с ремонтными работами, жители довольны. Плитка стоит лет 80, не меньше, потому что мы 50 лет здесь живем. Она до нас делалась давным-давно. Плитка крепкая, хорошая, но старая. Так что надо менять и обновлять город. Красиво будет, асфальт постелят новый, и будет у нас порядок. После установки бордюров рабочие поднимут люки на несколько сантиметров, проведут черновой ямочный ремонт на всей улице. А уже после всех подготовительных работ здесь будет уложен 3-сантиметровый слой асфальтовой смеси. По факту улица Черноморская обретет абсолютно новое покрытие. Параллельно с этим асфальтовые работы будут проводиться на улице Краснодарской и Пионерском проспекте. Все работы планируется завершить до конца месяца.